Здравствуйте, друзья! Вы на канале по вязанию и зовут меня Лара. И в этом видео я расскажу вам о некоторых своих последних работах, а именно о носочках, которые я связала совсем недавно. Итак, давайте начнем вот с этих маленьких, прелестных детских носочков. Посмотрите, какая это милота! Эти носочки связаны на 1,5-2 годика по размеру из носочной таблицы. Вязала я на спицах 3,5, использовала пряжу. Это Нака Рико, это премиум акрил и Ализе Кид Мохер. Нака Рико имеет вот такой вот молочный цвет, номер цвета 23403, а в 100 граммах в этой пряже 360 метров. И Кид Мохер, это беленький, 55 номер Ализе Кид Мохер. И вот вместе эти две пряжи, они не дали меланжевого оттенка, но вот этот вот акрил мягенький и плюс Кид Мохер таким мягким пушком получились вот такие вот цыплятки. Такая прелесть получилась. У меня на эти носочки ушло 25 грамм акрила и 10 грамм Кид Мохера. Связаны они сверху вниз. Здесь я набирала крестообразный набор петель, спицы 3,5, пяточка обычная французская. В общем, вот такая вот милота. Закрытие тоже ленточное. Все по таблице для вязания носочков для толстой пряжи. Вот такие красотки. Следующие носочки — это носочная пряжа трех цветов от Ализе. Это пряжа Артизан и пряжа Комфорт Сокс. В общем-то, в этих носочках я экспериментировала, впервые вязала хеликс. Вот так вот он у меня получился. Видно какие-то, конечно, затяжения нити. Пряжа эта всем известная, носочная. Также я вязала сверху вниз. Здесь эластичный набор петель. Это норвежский витой набор или немецкий набор петель. Очень мне нравится для использования тонкой пряжи такой набор, потому что он делает край изделия более плотный и в то же время эластичный край получается. Резинка 2×2, причем первая петля в лицевых — это лицевая скрещенная. Получается более ровная такая резиночка. Также здесь укрепленная пятка. В общем-то, эти детские носочки связаны на размер 29-30. Весят они 57 грамм. Вязала я их на спице 2,5. Для укрепления мысочка я переходила на спицы номер 2. Вязка получается более плотная. И тем самым повышается износостойкость такого изделия. В общем-то, такие вот детские веселенькие носочки у меня связались. Что я хочу сказать по пряже Ализе Комфорт Сокс и Ализе Артизан. Вроде бы торговая марка одна и та же, но вы знаете, я прихожу к выводу, что, во-первых, пряжа от цвета к цвету, хоть и одной марки, Артизан, она отличается по своим тактильным ощущениям. А пряжа Комфорт Сокс, по моему мнению, она более мягкая и более вот на тактильных ощущениях кажется, что более шерстяная и мягкая. А пряжа Артизан по суше и как-то пожестче, вот такие ощущения. Так, следующие носочки — это мужские носки на 43 размер.
Что в этих носочках примечательно? Связаны они также из пряжи Ализе Комфорт Сокс, специальной носочной пряжи. Вот так вот выглядит моток этой пряжи. Очень красивый цвет. Цвет 182-й. Такой благородный, мужской, серый, насыщенный цвет. Пряжа такой имеет легкий меланжевый оттенок. Я набирала 80 петель, спицы 2,5. Вот благодаря тому, что это вязка в резинку, то есть я начинала набор, это немецкий витой набор, край более стабильный, видите, более плотный, и когда набираешь, он уже такое ощущение, как будто связаны два ряда, но при этом очень эластичный край и стабильный. Очень важно для именно тоненьких носков. Вот мне понравилось больше в тонких носках набирать норвежский витой набор, а в более плотных, толстых носочках я предпочитаю крестообразный набор. Петель тоже очень такой получается эластичный край. И, в общем-то, эти носочки, благодаря такой вот вязке резинки, они облегают ногу. И как-то по ноге очень красиво смотрится. И можно не прогадать, если вы не знаете полноту ноги у человека, то как бы вот вязка, она в резинку спасает. То есть, если надо шире растягиваться, более широко, поуже, конечно, как бы по ноге хорошо ложится. Что здесь связано как? 10 сантиметров резинки манжета. Связано резинки 2 на 2. Первая лицевая скрещенная, вторая обычная. И далее по голенок. И потом по передней части носка я вязала резинку 3 на 1. Опять же, первая лицевая скрещенная, а далее 2 лицевые обычные. Укрепленная пятка французская, ну, всем известный этот узор плотный. И носок, мысок носка я также укрепила тем, что я перешла на спицы с 2,5 на спицы 2. И более плотная вязка, она делает более износостойким изделие. И вот так посмотрите, как красиво смотрится обычно эта резинка 3 на 1 на ноге. Вот рисунок раскрывается. И вот такая получается красота. Ушло 90 грамм у меня пряжи. Вот такой пряжи. А что? Следующие носочки. Это такие носки. В общем, это бомбовые носки. Это носочки мужские, связаны на размер 43. Вязала я также на спицах 3,5. Пряжа от черниговской фабрики «Северяночка». Она продается в пасме по 200 грамм. Эта пряжа, она как бы она очень хорошей скрутки. И, видимо, само сырье, из чего сделана эта пряжа, оно длинноволокнисто, потому что так вот просто вообще эту нить очень сложно разорвать. И она жесткая, но при этом ворс овчины, пахнет овчина, то есть это 100% шерсть. Вязать очень непросто. Она, эта нить вроде бы как и не выглядит очень такой толстой, да, но носки получаются плотные, толстые, очень колючие, очень толстые. И я соединила еще, у меня была нить, итальянский сток, 100% шерсть. И, в общем, эти две нити я поженила. И получились носки, просто в этих носках никакие морозы не страшны.
они получились толстые, колючие. В общем, необыкновенно такие классные мужские носки. Кто не боится колючести. В общем, сама пряжа как-то она не попадалась мне на глаза. А это вот возле дома в магазинчике я увидела эту пасму и что-то вот загорелось связать мужские носочки. В общем, на эти носки ушло у меня 170 грамм. 50 грамм это итальянского стока ниточка, и остальное, больше 100 грамм, ушло на вот эти вот носочки. 56 петель я набирала. В общем, такая получилась красота. Очень жесткий, колючий и пахнут овчиной. Очень такие классные носки. В общем-то, вот такие у меня новости. Не просто вязать носочки. У меня на один носок уходит один день. Это целый рабочий день. Иногда и 10 часов получается мне. То есть за 2 дня вот выходит пара взрослых носков. Интересно узнать, сколько времени у вас уходит на носочки. Детские носочки у меня получилось связать за один день. Вот такие у меня новости. Спасибо вам за внимание. Напишите, понравилось вам или нет. Все полезные ссылки будут находиться под видео. У меня уже на канале есть видео, как укрепить пятку. Также как набрать крестообразный набор петель или немецкий витой набор. Проходите, пожалуйста, смотрите. Может, вам будет такая информация очень полезна. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.